Всем привет! Мы продолжаем играть в майнинг симулятор. Я уже закопался, прооткрывал все локации. У меня такой крутой меч. И такие крутые пэты, прям вообще модные злые. Они очень крутые. Ну вот меч вместо кирки, у меня такой меч. Новый что ли слой? Нет, так и было, все есть. Никаких апдейтов не было. Мне осталось накопать 10 миллионов этих денег. И я смогу... А, кстати, надо честы пройти пособирать. Или... Честы я пройду потом, когда это реберсность, точно. А сейчас собираем 10 миллионов. Ой, куда я полетел? Сейчас собираем 10 миллионов. Я думаю, что это я быстро сейчас закопаю на 10 миллионов. И делаем реберс. Потому что, чтобы сделать реберс, надо 400 миллионов. У меня пока еще нет. What? Ага. У тебя сколько миллионов? Мне кажется, 0 миллионов. А ты не играешь? Вот что это? Crystal Stone. Нет, это какой-то был модный. Я даже не успел увидеть. У меня так быстро работает мой меч, что я даже не успеваю понять, что там. Кстати, а где бриллианты всякие? Я копаю всякий обычный камень. А где бриллианты? Так глубоко закопаться и нет бриллиантов. Ну и ладно, короче, давай пробуем продаться. О, золото. Fire Shard какой-то. И попробуем посмотреть, что там. Есть у меня 10 миллионов или нет? Сэл, Па, тебе надо Fire Shard. Все, у меня уже 470 миллионов. Я буквально вот за пару секунд накопал почти на 100 миллионов. А теперь, где магазин? Давай, Surface. Где магазин? Reverse. 400 миллионов тратим и... Та-дам! Сейчас. Are you sure? Есть. Есть. I'm sure. 400 миллионов. New item added to your inventory. 150 джемсов и голд какой-то. Такой голд, я не знаю. Золото. О, у меня опять деревянная кирка. Ужасная. Все закрыто. Все закрыто прям, прикинь. У меня прям все закрыто. А давай, может, мы сейчас пройдем прям туда. Вот. И вот. И не надо ничего открывать. Ага. И что я накопал? Золото. Сэл, у меня сразу фул. Мне не надо никуда ходить. 13 тысяч. Ты прикинь. Знаешь что, просто после реберса умножилось на 10 все мои эти заработки. Я могу купить сейчас... Не, мне кирка не нужна. Кирка мне не нужна. Мне нужна сейчас покруче вот этот бэкпэк. А ну-ка, что я могу на 13 тысяч купить? Вот за 8 тысяч я могу купить... вот такой бэкпэк. Ну и давай кирку там на сдачу на 6 тысяч. Какую я кирку смогу купить получше на 6 тысяч? А ну-ка, бум 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 бум, нормально, на 5. Вот смогу на 5, за 5 тысяч купить. И есть. И или что это купил? Я купил динамит. Та ё-моё, и зачем мне динамит? Я не хотел динамит. Ну ладно, зря. Динамит хорошенький. Да, а ну давай попробуем его использовать. Можно бросать и очень много будет. Да, а ну-ка. И вау, я на новой локации. Я на новой локации. Тут сундуки есть? Есть. Смотрим, сколько я с сундука возьму. 2 миллиона. Сразу, прикинь. А ну давай еще раз попробуем прыгать в новую локацию. Бум. Это что? Это новая локация, нет? Нет, еще нет. Ладно, тут не повезло. А давай динамит попробуем использовать. Ну, и как его? И, ну... Да нет. Ну что, да нет, я хочу сам. Не получается. Нажми на 2. На 2. Ага. И сколько за раз я возьму? Бум. 54. Еще раз. И давай, бум. Еще. Короче, почти 50 где-то за раз я беру. Ну, и... Ну, правда, долговато. 134. А если я этой буду киркой работать? Киркой быстрее. Реально быстрее. Динамит бестолковый. Смотри, как я быстро наполняю свой... этот рюкзак. Кстати, надо было бриллиантики брать. Сколько я сейчас сразу возьму? У меня 2 миллиона 700 тысяч. Хо-хо-хо. Так, мне надо что-то покупать. Чест у меня пока занят. А, там какой-то мега... А, это трейдинг апдейт. Нажми на трейд. И что, ты хочешь, чтобы я с тобой потрейдился? Нажми на трейд. Так, ты помнишь, я должен накопать там что-то много на трейд? 5 миллионов. Так, я иду в Surface. Я иду на Surface, хочу в магазин прикупить. У меня же 2 миллиона. А, пэты можно купить. Привет, Па. Привет, Ка, где ты, Ка? Привет. Хай, Ка. Я опять голая. Что-то у Кати не прокачивается, не... Нет. О, у нас такие же бэкпэки. Но я сейчас тебя обгоню по-любому. Может, яйцо купить? Сколько яйцо? 12 тысяч всего-навсего. Ну, давай, купим, может, что-то поможет. Хотя... Не, не хочу яйцо. Я хочу...
За 2 миллиона что я смогу купить? Ил, 36 тысяч и все. Тут самое дорогое, ты прикинь, я накопал, точнее, вот сейчас у меня монет больше, чем я могу потратить в этих магазинах. Вот я самый дорогой здесь покупаю бэкпэк и давай самую дорогую кирку куплю. Прикинь, сколько тут? 6 220 тысяч. Все, 20 тысяч, самая дорогая. И у меня все равно остается 2 миллиона. Прикинь, я все дорогое самое купил в этой локации. И у меня все равно еще есть этот... сейчас. И у меня все равно еще куча денег. Невозможно потратить. А ну, может на новую локацию сейчас перейду? И вон. И... упс, не прошел на новую локацию, но уже близко. Давай попробуем закопаться. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Кости были, надо было брать, я что-то пропустил. Я так быстро копаю. Кстати, хорошо, что я бэкпэк купил нормальный. Это что, стон какой-то? Нет, там было что-то получше. Иу, опять бриллианты пропустил какие-то. Так, опять, смотри, как я быстро копаю. Коллапс! Надо ждать. А где я? А где это я? Ты пос... А мы тут... Я тут никогда не был. Давай sell. Это, я не понял. Depth, saves. Я куда-то попал в новую локацию. Сейчас продал на 1000 денег. Стоп. У меня ноль монет. Какие-то монеты эти, видишь, ракетные. Тут все новое. И все непонятное. Space travel какой-то. Оу. Где я? Вау. Spaceship level 2 required. Так, to unlock. У меня нет еще такого. Юу. Что-то... Вообще все новое. Я в шоке. Копать не могу, копать закрыто, да? Еще долго. Ты тоже в спейсе в этом, да? Начну. Обалдеть. Так. Какие-то новые локации. Короче, новую локацию я обнаружил. Сепа. Я первый. Ну, в плане, ну, на видео я же его не видел. Так, что тут надо? Надо 250 тысяч спейс монет. Не обычных монет, которых у меня 2 миллиона, а вот этих, космических. На... А, это на ракету. Я думал, это яйцо. Это ракета. Вау. 50% завершено. Все, работать можно. Ну, пошли покопаем. Только я вот не понял, а почему я здесь? Почему я не в этой... Ты можешь обратно в The Overworld, если хочешь. О, я накопал 1200 сразу. Ты хочешь обратно в The Overworld? Это на Surface нажать? Нет. А как? Смотри, иди на телепорт. Shop, sell, space travel. И что там? Ракету, говорит, купи. Потом, нажимай на тот стрелок. Ага. Вот, Overworld или... Да я понял. Ну давай Overworld пока, да? Телепорт, ладно. А на этот космический я приду, когда немножко прокачаюсь. А ты была раньше в космическом этом? Конечно. Да? А чё я не был? А, это вот здесь, что ли? Космический, где он? Нет. А, это вот он космический, да. Вот. Только я когда сюда приходил недавно, тут еще ничего не было. Угу, понятно. Все, закрыть. Я недавно приходил, горилла coming soon. Вот оно и камнулось. Gem enchant, что это? Это за бриллианты можно mystery egg делать какой-то? За 5 бриллиантов mystery egg? Да. Что-то купить? Давай купим. У меня нет пэта. Или у меня есть пэта? Есть пэты. А, то есть мои пэты остались? Да. А, я думаю, что я так много зарабатываю. Потому что пэты мои остались. А, тогда мне ничего больше не надо. Я сейчас быстро все закопаю, все куплю и все сделаю. Так, что у меня с локациями? Мне надо открывать новые локации. Вот. Hidden Treasure у меня пока открыт. Папа, мне надо... Что? Смотри, я эту дырку сделала. Запрыгни в нее. Мне запрыгни надо... Запрыгни в ту дырку. Ага. Это я ее сама сделала. У-у-у, как глубоко. Давай я хочу открыть новую локацию. Все. А ну, получится? Не копай, близко. Почему? Дырка. Я тебя... Да вместе давай. Нет. Давай. Кать, ну неинтересно. Я хочу быстро добраться до Depths. Не Depths, а, короче, новая локация какая-то. Я не помню, как она называется. И получится нам добраться вместе туда или нет? Конечно. Ну, в плане рюкзак сейчас заполнится. А у меня нет. У меня уже почти полный. Итак, 1200, все, не получилось. Сейчас надо в ту же дырочку попасть. Угу. Та, которая... 4 миллиона у меня уже. Папа. Эу.
Та, есть... которая по стороне там. А где? Тут нету дырки. Там. Что там? В уголке. В серфей сети? В уголке. Ой, вот это твоя, думаешь, дырка? Да, конечно. Ага, ну давай, пробуем. Не фу. И... Осталось чуть-чуть совсем до новой локации. Я думаю, сейчас я открою. Я открою. Мы вместе откроем. И совсем немного. И давай. Есть! Есть! Новая локация! Чего? Frozen Depths. Надо селнуться. Потом иди на серфис, чтобы и не тут нет сундуков, да, нет? Иди на серфис. А зачем? Чтобы не потерять его. А давай, знаешь что, начнем в самом уголке, вот здесь. Сейчас, пап. А. Я падаю. Вот тут надо. Где ты едешь? Тут. А, в том уголке, в дальнем правом. Хорошо, самый уголок, давай, пошли копать. Сейчас мы с Катей закопаемся вообще далеко. Надо открыть еще одну новую локацию. Там должен быть сундук. Да. Или нет? Ew, sell. Я селнулся. У меня уже 5 миллионов. Деньги некуда тратить. Я опять падаю и опять пробуем открыть новую локацию. Копай вниз. Почему? Я говорю стоп, тогда стоп. Кать, да давай вниз. Там сундук. И в сундуке ты кучу денег заработаешь, найдешь. Папа, стоп! Ну что, ну ждать вот это золото копать, Кать. Эмираль. Кать, ну неинтересно. Окей, идем. Давай, о, sell, я sell. У меня уже 6 миллионов. Мне уже реально мне деньги не нужны. Деньги не проблема совсем. Мне нужны новые локации. Я их просто потратить не могу. Да. Ну, Катя, я хочу копать вниз. Ну, у меня эмеральды, па. Не надо эмеральды. Вот, эти не надо белые? Па, все, я остановился. Вот. И еще у меня уже 7 миллионов. Так, падаем. И что, стоп? Па, тут майн. Майн? Очень крутые вещи тут. Угу. Я иду вниз и копаю вниз. Ты со мной? Да. Я вот по центру делаю дырку и иду вниз. Окей? Ты хочешь собирать эмеральды? Стой, почему там? Ну, где-нибудь, какая разница? А ну-ка, sell. Все, опять sell. Опять иду, у меня уже почти 8 миллионов. А, или ты хотела прямо-прямо копать? Просто там я вниз немножко прошел. Вот, вот, вниз и пошел копать. Чтоб чуть-чуть меньше надо было. Да? Пожалуйста. Что? Сама. Хорошо, копай сама. А я ту дырку тогда свою. Ты ж, тебе же не нравится та локация, которую я выбрал? Вот я ее буду копать, хорошо? Эй, ты папа, меня... Эй, ты меня закопала. Не закопала тебя, идем. Вау, смотри. Что вау? Сейчас, я открою. Где проход? Я что-то не вижу проход. Я там... Ко мне? Не-не-не, там такая пещера огромная. Или я уже не найду ее? Вот она, вот она, вот еще одна, смотри. Мы только что в такой были. В такой, но не в этой. Короче, как найти ту дырку, я уже не знаю. Короче, надо будет, наверное, по Катиному принципу идти и копать в той, в том же точно месте. Вот куда упал, там копать, правильно? Да. Вот, все, в уголочек пришел и копаем, Кать. Ну, я буду тебе мешать чуть-чуть. Не, все хорошо, теперь я не буду говорить. И... Эй, мои на следующем. Я так быстро заполняю, мне надо реально новый магазин. А тут есть магазин, кстати? Шоп, да? Фух, а то я что-то зря тут трачу время. Сейчас я куплю самое крутое, что тут есть. 250. Тут самый крутой за 200, за 900 тысяч есть. Вот сейчас я его и куплю. Покупаем. Кирка пока мне не нужна. Мне это нравится. И пошли. Нет, это не так. Вот то. Вот это? Да. Все, и пошел сейчас. Сразу начинаем копать вниз. За 17... 17 тысяч у меня уже, на 17 тысяч у меня бэкпэк. Я очень быстро все делаю. А у меня 3800 тысяч. И возможно, что сейчас я докопаюсь до новой глубины. Я! Ну я сейчас сам копаю вообще-то тут. А уже вдвоем. Так. Стоп. Кать, давай сейчас глубина и там будет... Там очень крутой камень был. Ну вот эмеральд берешь? Да долго, Кать. Все, пошли. Бум-бум-бум-бум-бум. Сейчас будет сундук. Эпс! Мы прошли? Нет, не прошли. Берешь эмеральды? Да. Все, один эмеральд разрешаю и поехали дальше. Ты один взяла уже? Еще один. Да. Все, поехали. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Где новая локация? Лапис лазули. Кать, сейчас все будет. Сейчас там сундук откроет. Лапис лазули. Кать, вот, все, иди сундук бери. Там сейчас столько возьмешь. А ну, вот у меня было... Сколько ты взяла? Да, очень много. У меня 40 миллионов. У меня 40 миллионов. Ну что, где опять копаем? Я где-то в уголочке? Скажу. Вот возле яйца в уголочке, я давай. Я скажу. Я падаю. А, ты туда пошла, наверх? А, мне надо продаться. Я скажу,
Так, Кать, неважно, мы можем отсюда начинать. Да, возле яйца, например, или возле сундука. Да, вот тут. Короче, возле грибов. Да, на вот этот кубик. Я понял, возле грибов. Давай, поехали, вниз опять. Да. И сейчас опять докопаемся до новой локации. Это был сундук, сейчас не знаю, что будет этот. Следующий будет деньги. Деньги, да? Ну, в смысле магазин. Окей. Стоп, пожалуйста. Кать, ну без стопа. Пожалуйста. Сейчас у меня заполнится, и я, наверное, куплю получше кирку. У меня куча миллионов, чтобы супер быстро вообще проваливаться как... Папа, стоп! Есть! Это было новое, нет? Сел. Или это мы куда провалились, я что-то не понял. 58 миллионов, я иду на... Куда я иду? Где шоп? Тут шопа нет? Ладно, погребли. Так, я к тебе уже пришел, нет? Я покопал вниз. Да, все, пошли вниз. В новом магазине, наверное, куплю тогда уже кирку. Папа, ты мне не даешь копать такой быстрый. У меня просто супермощные пэты. Я думал, что пэты пропадут после реберса, но они остались. И смотри, как я копаю, реально, прям мощно. Может пойти действительно чуть выше в магазин, купить новую кирку? Не-не, Котя. Все, вот сейчас я тебя оставлю немножко одну. И мы прошли где-то половину этой локации, да? Вот сейчас пройдем все, наверное. У меня столько денег. Я чувствую, я реберс сейчас еще раз сделаю. Прям еще раз. Катя, без стопа. Пожалуйста. Ну, Катя, там будет новое что-то. И еще круче. Когда я скажу стоп, пожалуйста, стоп. Так, Катя, стоп. Ну, бери вверх, вверху сможешь взять? Нельзя. Ну, пошли вниз тогда. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Вот, бери. Я не буду говорить. Не будешь? Нельзя, нет. Есть, сел. Ух, я не обратил внимания, где мы остановились, до какой глубины дошли, но, по-моему, круто дошли. И я опять иду к тебе. Миллион блоков прокопали. Я вот смотрю, сколько осталось до новой локации. Успею, смогу я сейчас вот зайти или надо будет еще раз продаться? Мне кажется, стой, хотя да, ты пройдешь. Дум, Флавори, Даркстоун, так. Не, наверное, мне придется еще раз продаться. Да. Сел. Да, и сейчас идем, вот возможно, сейчас уже новую локацию откроем. Шипа, я тоже сел. Ага. И, вау, так глубоко мы. Пошли. Буквально еще немного, но очень быстро заполняется мой рюкзак. Но это самый мощный, который был. Мощнее нет. У меня денег больше. Три! Не успеем, не успеем. Сел. У меня денег больше, чем я могу потратить. Просто капец. Что это? Оно подвисло немножко. Летим. Очень глубоко летим, падаем. И вот в этот раз мы сейчас доберемся до новой локации. Давай. Есть! Это что тут? Шоп. О, вот сейчас я здесь потрачу денежки. Да. Я сейчас проверю, куда нам падать. 4 017 50. 300. Даже 300 миллионов? Таких у меня нет. Давай возьмем за 50 миллионов... мощный этот рюкзак. Как долго тут падать? И еще возьмем за сколько там? За 40 миллионов можно? Или сколько есть у меня? Папа, полтора. Вот тут копать. Сейчас. 110 или полтора? 110 у меня нет. Подожди. Да, я же не знаю где. Что тут еще? Я купил, что хотел. Яйцо мне, получается, не надо. Где ты есть? Покажи. Этот уголок. Вот этот уголок. Короче, дальний правый. Окей. Поехали. Да. И... О, вау! Дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун. Сколько там? 150 миллионов, по-моему, новая кирка. Я думаю, сейчас мы ее сделаем. А сколько мы уже? 20 минут. Окей. Так, продолжаем копать. Уже не так быстро мы копаем. Заметила? Да. Мне надо купить новую кирку за 150 миллионов, наверное, чтобы лучше копаться. Кстати, не с тобой. Я только что... Ушла от меня? Не, я пошла на серфис и все еще падаю. Ага. То есть я быстрее копаю, чем Катя падает? Угу. Ты знаешь, не, нормально идем, нормально. За несколько раз сделаем. О, привет, Кать. Уже где-то третью часть вот этой штуки мы прошли. Это мне напоминает, папа, в Ноане там они пошли в что-то в Монстерс. И... там очень длинная дырка, и в нее надо падать. И потом там Маугли? Не. Маугли? Не знаю. Не, как его зовут? Не, нормально, смотри, мы уже почти половину прошли, у меня пол рюкзака. Точно, Мауи. И он говорит, когда он
прыгает, говорит: I'm still falling. Так что я все еще падаю. Там самолет над нами. Да, самолеты шумят. Я круто прокачался. Смотри, рюкзак мой только наполовину заполненный. Мы уже пол прошли. И сейчас мы откроем новую локацию. Прямо сейчас. Да, буквально там минутка какая-то. Может и меньше. Может меньше. А, чем дальше, тем сложнее копается, да, я вижу? Ага. Угу. Значит, мне надо еще мощнее. За 150 миллионов надо кирку эту, чтобы она супер быстро копала. Да, что-то медленно пошло. Было так быстро-быстро. Может, я продамся, может, у меня будет 150 миллионов уже? Давай. И тогда быстрее будем копать. А, у тебя не будет 150 миллионов. А давай проверим. Sell. Та-дам! 151 миллион! Ну что, у меня супер крутые пэты. Вот, а я тебе советую покупать реально самые крутые пэты. Они помогают. Так, 8 миллионов 20 эквипт. 100... А, 110 есть. За 110 можно было купить. Или уже за 180 потом. Что лучше? Докопаться до 180? Да. Давай, чуть-чуть еще покопаю, чтобы было 180 миллионов. А я... А зачем? Купить пэт. Пэты лучше покупать в этих, в локациях. Если у тебя есть там 4 миллиона или там можно больше. Можно на серфисе покупать. Угу. Мне кажется, в глубине лучше. Посмотри, это айспэт. Это айспэт. Угу. Я его купила. А, на поверхность. Ну, ладно. Ну что, я самые крутые покупал в самом нижнем, в самой нижней локации. Так, сейчас немножко накопаю, чтобы было 180 миллионов. И тогда... Тогда куплю покруче еще этот. Ножницы, по-моему, там золотые какие-то. А ну давай попробуем, может уже будет. А ну, sell. И дай. Нет, еще надо 13 миллионов. Надо было больше бриллиантов копать. Я фоллою тоже. Я все еще тут. Я все еще падаю. Ага. Вау. Это от серфиса? Конечно, от серфиса лучше идти через телепорты. Я понял, почему медленно... А, вот, надо бриллианты мне брать, чтобы было больше денег. Надо брать и вот эти. Сейчас будет глить, как будто бы мы все еще внутри тут, и потом нас закопает, потому что the mine is closed. А, не, когда closed, мы же все нас выбрасывают всех на поверхность. Да. Я возьму бриллиантик. Ну что, если такой глич будет? Ой, будет невесело. Так, бриллиантики. Ты берешь их? Не, мне нельзя. Пум. Так, а ну с бриллиантиками сейчас попробуем. Я вот специально брал всякие бриллианты. И сколько у меня будет денег? 167 миллионов сейчас. Та-да-дам! 199. Как у тебя такие крутые пэты? Ну что, они... Вот у меня по 45 миллионов один пэт. Так, покупаю новую кирку, а чтобы как сейчас... Вот эти деньги взял? А вот так вот копал, зарабатывал. Без пэтов. А я просто покупал маленькие пэты, слабенькие, потом лучше, лучше и лучше. Есть, так, идем вниз, и сейчас я буду быстро уже копать, быстрее. Я намного круче купил сейчас. О, смотри, вот это скорость. А то было как-то совсем зависше. И что будет здесь у нас? Сейчас у нас откроется новая локация. 3, 2, 1. Сундук, есть сундук? Есть! И я здесь получил, у меня 200 миллионов! Так, да. Копай так, там, где я стою. Правый дальний угол, окей. Я смотрю, что здесь еще есть. Sell мне надо сделать. У меня 250 миллионов, шопа тут нету. А шоп мне пока не нужен. Ладно, погнали. Вот сейчас просмотрим, удастся ли нам за одно видео открыть все локации. Ну, кроме космической, конечно. Космическая там сильно много. Стоп! Да ладно, Кать, ты не сможешь эти взять, мне кажется, камни. Я просто хотела попробовать. А если, кстати, а если пойти сейчас в космическую локацию? А? Попробовать там покопать, я уже инструменты прокачал нормально, хоть немного. Просто сейчас мы будем долго, скучно копать вниз. А, ну вот можно разве что бриллиантик взять. А, у меня пэты еще и прокачались, они уже 13 уровень. Вот, мисс Рил. Что? Давай глянем космическую станцию. Давай. Я хочу реально. Вот я купил хорошие инструменты. Что, мы идем на серфис? Да. Нет. Sell сначала. И surface. Все. А я делаю surface. Фух, я вышел через... Ты, папа, смотри на это. Где Катя? Ага. Вот. Смотри внутрь. Да. Смотри внутрь этой дырки. Ну, там ничего не вижу. Темно. А, вижу. Ты все еще меня видишь? Да, точечка там.
Все, уже и не вижу. Окей, я телепортнулась на сервер. Ладно. Бу! Бу, привет. Я хочу посмотреть космическую локацию. Это что-то новое? А я не могу туда зайти. Не можешь? Потому что 1 миллион блоков, unlock the серия. А, у меня есть? У меня локт еще тоже. Апгрейд? Не понял. Ничего не понял. А как же я попал в космическую? Это просто нас подразнили, получается, да? Нас подразнили, сказали, смотрите, тут есть космическое это, а вы туда не можете попасть. Апгрейд? Апгрейд? А, я, подожди, вот, я должен тебе накопать. 2 миллиона. 2 миллиарда надо, монет? Ну, это немного, мне кажется, для меня. Мифирил 40, мифирил. Мифирил, ферстенс, это не страшно. Вот это ламинар, я не помню, ларимар, что это такое? Ларимар. Что-то очень мощное. Очень редко, его надо 5 штук, и, скорее всего, оно добывается в той самой-самой глубокой шахте. Но я думаю, что я не смогу это сейчас сделать в этом видео, поэтому... Вот такие золотые... Копаем ножницами. Вот так, копаем ножницами. Нажми это трейд, надо было трейд. Но это же не ты была. Ладно. Я думаю, что мы достаточно прокопались в этот раз. Попросим зрителей поставить лайки. Мы будем копать, зарабатывать на космическую станцию. А пока что всем пока-пока. Пока.